Всем привет! Крещендо Луны уже в самом разгаре, но я надеюсь, вы не забыли про сезон любви. Поехали! Конечно, мне жалко это говорить, но Крещендо Луны закончится уже через 12 дней. Но не будем горевать, потому что скоро начнется сезон любви. А это один из самых главных сезонов. Туда я отношу все сезоны природных островов. Наверняка там будет что-то грандиозное. На сегодня я расскажу только пару теорий. На этот сезон любви будет точно эпический островок. Хотя есть еще теория, что эпические мифики не начнут выходить, пока не выйдут все редкие мифики. Но я все-таки склоняюсь к первой теории. Также на сезон любви не будет нового взрослого небожителя. Почему я так думаю? Потому что взрослый камеляк должен выйти сегодня. Также хочу сказать, что новый редкий гоблин скорее всего будет. Почему я так думаю? Потому что редкий червеугодник вышел в последний день января, значит должен быть февральский редкий гоблин. Также скорее всего будут новые украшения в честь сезона любви. Ну и наконец главная теория – это мастерская эфира. Как мы знаем, сезон любви находится на природном острове, острове воздуха. Значит, должна быть новая волна мастерской эфира. Ну а на этом наш ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.